Здравствуйте. Давайте поговорим о сайтах сравнения цен. Для чего они созданы? Для того, чтобы зарабатывать. Вы выбираете товар на сайте, переходите прямо в магазин, покупаете, сайт получает деньги. Ну, скорее всего, это так. Я вижу, по крайней мере, это так. Можно ли экономить благодаря этим сайтам? Да, можно. Но нельзя пользоваться только лишь одним сайтом. Нельзя пользоваться только лишь одним e-каталогом, хотлайном или еще каким-то сайтом. Потому что на каждом сайте представлены разные магазины. Я предлагаю вам самим убедиться в этом. Зайти на e-каталог, зайти на какой-то другой сайт сравнения цен и поискать там один и тот же товар. Вы удивитесь, но количество предложений будет абсолютно разным. На этом все. Я желаю вам удачных, дешевых, качественных покупок, чтобы они приносили вам только лишь удовольствие и долго служили. Спасибо за просмотр. Всем пока. Жду вас в комментариях с интересными мыслями на эту тему.